Каминанты. Нет, нет, нет. Ни в коем случае не каминанты. Слишком быстро. Это тоже не каминанты. Вот, это очень часто ошибка. Люди делают вроде бы первые 4-5 шагов, и все. И там они доворачиваются хуй пойми как. Вы что, издеваетесь? Если вы называете такое исполнение каминанты, то, наверное, ВКонтакте вы подписаны именно так. Или так. Такое раскрытие в какой-то степени даже халява. Главная суть и основная фишка каминанты. Вот вы шагаете. Типа, это мои ноги. Из-под турника, вот, шагаете хотя бы вот до сюда. Завернулись, вот, из-под турника, и раскрылись в невладу. Вроде бы дошагал до конца, но реально очень мало шагов. Старайтесь делать больше 3-4. От 5 и желательно еще больше. Тогда у вас будет реально классная каминанта. Дожимать в невладу через кобру — это, ну, не очень хорошо. Но все-таки каминанта в 2011 далеком зародился именно через кобру. Так что дожимать через кобру — это будет считаться за каминанта. Но сейчас уже 2015 год на дворе, так что старайтесь убирать кобру.